Пардон, просто соображал, что мне, как мне оптимально сейчас пройти, чтобы время примерно понять. Что я оттуда буду идти в Сарк, который самое первое, что сказал, по-моему, Сарк. То, что значит. Science. Это точно research. Точно research. Конечно. Так. Где-то там вот это здание, которое еще хочу найти. Здесь семинары. Меня интересующие. Давайте тут пройду. Я знаю, просто народ топчется нормально, тем более тропинка даже есть. И по траве знаков нигде пока еще не видел, по траве не ходить. Интересный заборчик. Может, даже и логично в некотором смысле. В смысле, меньше кирпичей, наверное, все-таки. Вот что, если... Одно из этих, ну, второе, по-моему, вот то здание. Не знаю, видно вам, нет. Парковка. Я когда сначала посмотрел карту, я вообще очумел. Типа, столько зданий, касса. Из этого очень много парковок. Я уже говорю вам это, нет, я не помню. Я просто пока автобус сейчас ехал, думал просто примерно так, типа, некоторые мысли сформулировать. Я уже что-то такое ощущение, что что-то говорил. Вот CBIM. Computer Biomedical Imaging and Modeling Center. Ну, сюда, значит, я завтра. Потом отсюда Сарк. И в четверг из Радков. Фак. Ну, кстати, центр. Это типа центр студенческий или как это назвать. Давайте пройдемся тогда отсюда. Что-то так примерно хотя бы представить. Сколько мне еще идти до арка отсюда. Что не так уж и далеко. Сориентироваться как между зданиями. Кажется, дождь. Собирается, пока еще не начался. Поэтому лучше бы дойду уж быстрее и поеду. Не знаю, Кейт? Ну, не Кейт, а... AI, искусственный интеллект? Ну, не знаю, не уверен. Гигантская парковка. Ну, не то чтобы страшно гигантская, но большая. Вон целый инженерный лаб. Вот выход, да? Да, это вот выход с центра, откуда я в первый раз, когда вышел здесь. Вон инженерный билдинг. За этим видится. Ну, не так уже, не такие гигантские расстояния, это хорошо. Думаю, 20 минут успею. Сегодня не буду задерживать. Надеюсь, не будут. Такое вот здание. Так, что оно как-то стоит у меня как раз по пути. Там пройти? Нет, он вот ровно вот здесь вот мне нужно пройти. Что удобно, как раз проход есть. Секундочку. Знакомая речь? Да.
Вот он серк, кстати, серк. С другой стороны то же самое здание. Это другой вход. Не путайте. Тот вход там дальше, через здание немножко пойти. Там же автобусная остановка. И там еще одна есть. Я не знаю, что это за здание. Что-то название видел, что-то... Мне кажется, что-то маркетинг, что-то такое. Не уверен. Совсем не уверен. Совсем. Это тоже как здание. Народ отдыхает. Понедельник, в некотором смысле. Так, а вот это называется... себе помню. Химия. Лаборатория химии. Ну, сегодня турист. Буду туристом. Сказать. Интересное знание, что они как-то... Не новые. Ну, в смысле. Видно, архитектура такая. Геология. Видно, нет, но написано геология. Geological sciences. Геологические науки. Как вообще туда через что? По траве что летит? Или это закрытый уже дает? Что такое? Значит, рядом установка. Это что? Я вижу флаг США, ясно дело, еще красный какой-то такой. Слегка лаймовый, что ли, нет, желтый больше. Светло-светло-желтый. Бледно-желтый. Та же самая химия. Значит, другое здание, что ли? Что-то я вот не вижу, что они соединились. Так, ну что ж, если проходить, то мне, в общем-то, ну вот, мне здесь еще где-то, сколько, минуты три идти, ладно, вон здание, через дорогу, вот это арк здания. Я уж и так заодно пройду, посмотрю, что где, так просто, приглядеться. А нет, чего не находится, ну выглядит. Пройтись, что тут я еще не хочу. Там еще в ту сторону немало, где-то столько же размерчик. Тоже камы, здания и все прочее. Парковки, да без них. Интересно. Да, это все внутри там, видите, да? Да, видно. Сейчас подумал, что это отражение. И, да, ну, тем более, мне все равно автобус, эй, бас. Во-первых, там народу будет меньше, чем здесь. Здесь народу много. Во-вторых, он там ближе ехать до College Avenue. До студенческого центра. Так что мне сейчас немножко направо надо будет идти. Ну, как то не было. Ну, так идти, ну... Не маленький кампус. Я куда-то направо. Что-то это название было, не заметил. Ну так. Хорошо, достаточно. К примеру, чисто. Чего еще сказать? Department of Biological Sciences Teaching Laboratories. Итак, где центр-то? Что-то я туплю. Не, в той стороне это я точно знаю. Я ж не перепутаю. Что-то дольше шел, но мне такое ощущение, что он ближе. На самом деле. Шел-то я дольше. Еще одна парковка.